Но закончим новостью. Сергея Шнурова оштрафовали на концерте в Новосибирске за огромное количество мата в его речи. Но Сереженька ответил на этот выпад в Инстаграме, что, мол, матерюсь, ребят, матерился и, как говорится, буду материться. А как относится к мату кировчане, спросили мы, используя нашу самую нематерящуюся журналистку Оксану Стяжкину. Материтесь ли вы? Нет, конечно. Вообще никогда? Никогда. А вот скажите, что это уместно бывает? Я, конечно, затрудняюсь ответить, поскольку в любых ситуациях я держу себя в руках. Какое вот самое крепкое словцо можете... Ну да вы что, сейчас что ли? Издеваетесь? Скажите. Да проскальзывает иногда. Ну, не знаю, очень-очень редко. Когда обычно проскальзывает мат? Ну, уронила, может, кто-то сильно тебя обидел. А вот какое самое крепкое словцо используете? Ни хрена себе. Я вот прожила 70-й год, я ни разу ни одного такого слова ни в жизни не говорила. Ну, давайте, самое крепкое словцо, которое обычно используете? Ну, зараза. Еще скажу, паршивец. Да, если уж ребенок там уж чего-то натворил такое в школе, скажу, ах ты паршивец. Но он понял, что я его люблю. На мужа, когда ругаюсь, прям вот так не буду говорить. Что вот ему можете сказать? Прям матом жестко. На какую букву? На Б. Редко-редко. Когда? В каких случаях? Когда бревно на ногу упадет. Какое обычное слово используете? Вот самое крепкое, когда ругаетесь. Разное бывает. Какое самое крепкое словцо можете сказать? Что повторить? Все. Конечно. Ну как, часто? За рулем. Дороги, водители, всякое бывает. Скажите, в каких случаях уместно использовать мат? В каких случаях? Так, для рифмы. Материтесь ли вы? Нет, конечно, вообще нельзя. Никогда? Никогда нельзя. Ни разу не материтесь? Ни разу. Когда очень достанут. А как вас должны достать прям, чтобы вы сматерились? Я даже не знаю. Очень долго и упорно надо доставать. Терпения у меня хватает. Много, надолго. А вы скажите, какое самое крепкое словцо используете? Да, ругайтесь. Могу сказать, и черт побери, и еще чего-нибудь. Поломка какая-нибудь, например, внезапная. Какое слово говорите? За рулем, допустим, раз кто-то подрезал, хоп, непроизвольно, можно. Какое самое крепкое словцо используете? Да ругайтесь. Как всегда. Ну, блин.